Интересно, поймай какую-нибудь молнию на записи. Поймаешь, попробуй что-нибудь. Возьми. Я попробую, уже сейчас у нас стынет. Что стынет? Картошка? Надо узнать, сварился или нет. Ого, поймал. Еще хочу. Ну, где молния? Куда? Справа или слева? Сейчас бах по центру, ну-ка. Слева. Что за птичка там плачет? Все. Ну, птичка отстанет мне. Пусть плачет. Гром дошел. Очень далеко, это где-то над Лысыми горами. Ну, нет? Сейчас все попробую. Там о. Немного начинки. Минут 5 поснимания. Что перестал там? О, помнишь? Ну, вот реально. Сейчас зазлится, фиганя тут в это. Не дай бог. Ты смеешься, здесь километров 10, наверное, 15. Мозоль в виде сердечка. Прикол, да? Не прикол. Да. Видишь? У человека сердце по-другому выглядит. Вот, сердечко. Прям четко видно. Ну где? Вот. Да. Ну вот же оно. О! Может еще обматерить, тогда еще сильнее долбанет. Давай вместе. 4, 3, 2, 1. Не, ладно, я не буду. Сердечко. Сердечко. Красиво же. Не мешай, я здесь снимаю. Я же не давлю руку, а могла бы красиво свою руку. Сердечко. О!
Ну ты держи повыше, что ли, а то что вот это вот красоту в кадре. Нормально. Это все мое, это не красота, это я укрываю от дождя. Ну где ничего не бахает. О! Блин, а справа звук почему-то был. Ну давай еще фигани. Ну что ты прекратил? Что такое это? Молния стеснительная. Давай. Только что был. Ну где? О! То есть шарахнешь, чтоб прям это. Чтоб там в лысых горах все, шашлык у всех сгорел. Там на севере все бабахает. На северо-западе даже чуть-чуть. Во, пусть там бахает и оттуда дует куда-нибудь туда вот. Вот, да, в Москву. А, ну, немножко на нас дует все равно, но пофиг. Я заснял. Ты видел, я так сделал дым-дым, я не вор рукой, и шандрахнула молния. Мне кажется, это не связано. А прикинь, если связано, то значит я был так. Зевс тебе так не скажет. Сам бесполезную суперспособность. Если бы мне в 5 классе управлять молнией, то в мире бы не существовало бы людей, включая меня. А там еще есть чаек? Теперь нет. Да, я кушаю. И снимаю молнии вот такие прекрасные. Молния, на самом деле, это просто это статистическое электричество, да. Статическое электричество, образующееся между сырыми облаками, разряжается при трении. Ну, облако наезжает и трется вдруг. Вот это было мощно. Это уже близко к нам. Но там еще фиганула молния. А, так вот. Когда трутся облака между друг другом, между ними образуется статическое напряжение. Точно так же, если мы потрем под одеяльник одеяло шерстяное и начнем их друг от друга вот отрывать. И проскочат маленькие молнии, ну, если в темноте там смотреть. Ну, это самый простой наблюдаемый эффект молнии, ну, кроме самой молнии в небе. Взять под одеяльник и взять натуральное шерстяное одеяло. Потереть между друг другом и попытаться так отсоединить, ну, друг другу, грубо говоря, примагнититься, и мы, ну, попытаемся его рассоединить. И если выключить свет, то будет вот много таких разных искорок видно. Но они очень маленькие и безопасны, в принципе, вот тоже фигануло. В принципе, безопасны, но прикольно покалывают. И выглядит примерно так же, как молния, только между пододеяльником и одеялом. Они так разъединяют, ну, разъединяешь вот, и вот такое вот примерно происходит там. Из-за того, что некуда ему деться, оно так бамс. А. Ну, если... Во-о-о-о-о-о-о. Почти горизонталочка. Если обходить физические законы стороной, то есть такая бахалка, которая бахает, когда дождь скоро будет. Думаю, я понятно объяснил.
мощно. Так, еще 20, наверное, секундочек. Вот, да, 20 секундочек поснимаю и все. Надо заканчивать это уже. Ну все, уже. Ой, там еще пахнуло. Ну давай, под конец. Ну давай, фигани прям, фигани как следует. Ну ладно. Только выключил, уже все. Вот так, блин, опять сверкнуло, вот, блин. Когда на запись что-то не сверкаешь, а? Это уже не молния. Ну давай. Ну фиганешь ты или нет еще? Давай. О! О, начина. Ой. Надеюсь, заснялось. Это будет фиаско, если все это будет не видно. Вот моя мастерская, ух ты ж, блин. Прям над ней фигачит молнии. Ну, отсюда выглядит, что над ней. На самом деле они, опять же, десяток километров. Ну, не меньше. Они очень далеко. Ой, мамочки. Походу, лысые горки реально будут лысыми. После такого не только облысеешь. А это, кстати, уже близко. Вот эти два столбика, как две молнии, вот эти столбиками, они кажутся маленькими, но на самом деле они там высотой, ну, не знаю, может, даже километр. Не могу сказать. Но 500 метров точно на высоту. Хотя молния может, самая длинная молния, там она может быть вообще какой угодно длинной. Я даже не знаю, в какое там ограничение по длине может быть у молнии. Ой, мамочки. Вот это шарахает. Давай еще фигани прям, чтобы на запись, прям, чтобы все офигели. Чтобы не поверили вообще. Давай фокусируйся, а то... Как снимать... А, это не авто... Надо автофокус выключить. Ай, блин, ну тут сложно, короче. Можно на одну точку нацелиться, в принципе. Фокус поставить, поставить на штатив и уйти. И камеру стырить цыгане, да. Ну вот, тут в разных местах оно бахает, поэтому здесь нужен автофокус все равно. Тут не получится снимать. Чай под молнией, это вообще зашибись. Ой, я надеюсь, это заснял тоже. Сейчас приеду домой. Интернет славлю, все офигеют, скажут, это такого не бывает. Ну-ка, если настроить вот так вот, ничего не изменится. Что хоть меняется эта настройка, что-то ковыряюсь. Ничего не меняется, странно. Что-то не сверкает. Давай, сверкани уже, давай. О, дурак и молния. Грохочет гром, тун-тун-тун-тун. Сверкает молния в ночи, а на холме, тун-тун-тун-тун. Стоит безумец и кричит. Сейчас поймаю тебя в сумку и плясать ты будешь мне. Или нет, как там? Да, и плясать-то, и сверкать ты будешь мне. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Тот парень колесом мчится, то к полю, то к ручью. Все поймать стремится молнию.
весь сельский люд, тун-тун-тун-тун. Смотреть на это выходил, как на холме. Как там? Безумец, о, прыгал и чудил. Он, видно, в ссоре с головою, видно, сам себе он враг. Надо уж выдумать такое, вот ужак. Ну, там опять. Тот парень к лесу мчится, то к полю, то к ручью. Все поймать стремится, молнию. А, чё там, а там, тан 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 На утро чё там по проселочной дороге. Он весь шел там склокоченный, седой и улыбался. Уж простите, не помню я до конца текст. Я вот дурак и молния не так часто слушал. Вот это было мощно, колдуна, блин. Вот я все хочу нажать на стоп запись. И вот самое красивое, вот именно в тот момент, когда выключаешь запись. Это называется закон подлости. Надо выучить такой закон, научить их с первого класса. Ну, детей их, в смысле, мелких. Их надо обучить, что все в мире поддается закону подлости. Вообще любой аспект жизни. Вся жизнь поддается закону подлости. Хотя, смотря на молнию, а только о философии можно рассуждать, в принципе. Че еще можно делать? Ну, в принципе, вот это был кобздец уже, где там... Чистых прудов теперь в принципе нет. Они не чистые, не грязные, теперь отсутствуют. Красота. Громыхает, громыхает. Ох, громыхает хорошо. О! Все, СНТ где-то внук тоже отсутствует. Там, в принципе, можно всю северную часть Тамбовской области стирать на карте. Красота. Аж кто-то залетел. А, комар. Фу. Ой, я что-то пропустил там. Ой, какая ж красота. Ой, лепота-то какая. Лепота. Понимаешь? Молния. Ого, ни хрена себе. Вот это было мощно прям. Давай, я прокачаю басы. Сабвуфер вылетит нафиг. Вылетит нафиг. Давай, фигани еще, давай. Давай, Зевс, не стесняйся. Это было мощно. Ой. Извините, чай что-то обратно чуть не пошел. Ой, пошел пока. Блин, короче, ох, блин, еще фигануло, хорош. Мне кажется, там, в принципе, будем ехать как это по выжженной земле, там ничего не будет вообще. Вот это фигачит, вот это да. Так бахает прям, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Прям, может, прям землю бьет, поэтому так это содрагивается все. Ух ты ж, блин. Может, поэт. Ух ты ж, блин, хорош. Осина все загораживает, ну пофиг, я что, дерево рубить? Тут сначала 100-500 надо посадить, чтобы хотя бы одно срубить. Тут это... Что-то попало опять в чай.
О, заснял. О, развлекуха. Блин, как хорошо, что этот, кто там, Вашингтон или кто изобрел громоотвод-то? По-моему, он. Ну, короче, кто-то там, по-моему, Джордж. Джей это Джордж, значит, он. Вашингтон. Не помню, куда он первым делом громоотвод поставил. Ну, короче, все сгорело, а этот дом стоял. Весело, не правда ли? Сейчас-то Ой, господи. Сейчас-то хорошо, тут ни у кого громоотвода, в принципе-то, нету. Столб есть, ну, столб тут это. Дома повыше будут, некоторые столба. Ну, моя мастерская, еды, кстати, ну вот чуть-чуть видно. Она, конечно, высотой 1.3 метра, да, там получается. Ох, блин, хорош заснял. 3 метра примерно на высотой, но это ничего не значит. Это мало. Блин, сейчас надо быстро включить-выключить запись, сейчас фиганет, походу. Так, прям молниеносно перещелкнул запись. Поделил, у меня, я делю по отрезочке по 10.44, получается. Ох, ох, мама, мама, что творится? Мне кажется, уже пора снимать. Еще вот прям 3-4 минуты поснимаю и пойду уже жрать, потому что жрать охота. Надо каминчик, эту печечку растопить, а то... Ой-ой-ой, а нет, ничего, все нормально. Сейчас иду. Картошечка. Не, не видно. Короче, тут грядочек картошки. Сяду возле я у картоху. Вот это да. Вот это я заснял. Вот это я заснял. Изображаем мармука. Да ты шо там? Это бах, как он там? Ну, там иногда с матерком говорит, но я не буду. Хорошо бахает. У-у-у, хорош. Ну что, Димон, имба? О, имбища, имбища, Димон, тут имбища вообще. Ну, конечно, здесь, блин, природа имба вообще. О, у меня в Малиновке что не происходит, все красиво. Закат красиво, дождь идет, что ливень, все это красиво. Молния бьет, что там что-то через 100 пудов загорится. Тоже красиво. Мне кажется, нафиг здесь конец света надо встречать, если он будет. И все равно будет красиво. Не, пацаны, это я... Ну, это как его? Рофлю я, короче. Не будет никакого конца света. Конца света не будет. Этот... Я отключил конец света в настройках. Когда зашел... Когда нажал новая игра в жизни и отключил в настройках конец света. Или когда вовремя сохранился и переза... Хорош, вот это я заснял. Вот... Тьфу, блин, да что такое, аля? Тьфу, опять комары, блин, задолбали, они меня не кусают, они меня... Так, еще минутки полторы снимаю. Полторы. Тьфу, блин, они в чашку попадали, комары, ёкарный бабай, ну пофигу. Давай, чё. Давай. Тьфу, блин. Извините за мою некультурность. Аристократичностью от меня... Точнее, аристократичность во мне присутствует в очень небольшом количестве, уж простите. Уж не такие мы и богатые, чтобы богато
вести себя богато. Ой, япономить. Так, еще минуту записываю. Если ты сейчас вот на запись не долбанешь, долбанешь не запись, я тебя прибью. Я калошу сниму, я тебя прибью. Я обращаюсь сейчас к... Кому? К туче? Наверное, к тучам. Блин, давайте фиганите как следует прям на запись. Примерно те слова, примерно эту же фразу говорит этот оператор при съемке порнофильмов. Ну, как всегда, все происходит. Все самое классное происходит вне записи. Может, откуда я знаю? Может, для облаков тот еще хентай. Фу, блин. Я снимаю хентай облаков.